чехол надежно защитит ваш диван от любых пятен. Вмиг обновит любимое кресло. Итальянское качество и дизайн. Еврочехол. Новый стиль для вашей мебели. Куда мы спешим после утомительного рабочего дня? Где нас всегда ждут близкие, родные люди? Куда мы можем прийти и укрыться от всех забот, наслаждаясь теплой, уютной обстановкой? Конечно, к себе домой. У каждого он свой, такой, как нравится именно ему. Своя атмосфера, любимые тона, расположение вещей, расстановка мебели. Предлагаю обсудить самую главную составляющую мебели – ее обивку. Согласитесь, каждый день она подвергается самым разным испытаниям. Здесь постоянно сидят наши домочадцы, играют дети, даже кошки могут поточить здесь свои коготки. Думаю, у многих есть дома уютный, всеми любимый, но уже потертый диван, который так жалко выбрасывать. Можно купить новую мебель или заказать дорогостоящую перетяжку, если обивка испортилась, вышла из моды или же просто вам разонравилась. А можно просто надеть на диван так называемый еврочехол. Огнестойкие, водоотталкивающие, гипоаллергенные чехлы сшиты из универсальных эластичных материалов, а потому с легкостью сядут на диван, кресло или стул, полностью повторяя его форму. Ткань чехла пронизана эластичными нитями. За счет такой внутренней сетки она легко тянется во все стороны. Все чехлы, в отличие от мебельной обивки, можно стирать в стиральной машине. Производители заявляют, что они не потеряют цвет и эластичность даже после 50 машинных стирок при температуре 30 градусов. При этом некоторые чехлы после стирки даже не нужно гладить. И еще одна информация на заметку хозяйкам. Чехол скроет потертости и недостатки не только на уже не новом диване. Он прекрасно подойдет и для только что купленной мягкой мебели. Тем самым вы сразу обезопасите обивку от всякого рода повреждений. К тому же он может пригодиться, если вы купили новый диван или кресло, а они не подошли к вашему интерьеру по цвету или стилю. Чехол можно подобрать практически на любую мебель. Чтобы правильно его выбрать, нужно всего лишь знать размеры вашего дивана, кресла или стула. Если вы хотите обновить свой интерьер, вы можете купить новую мягкую мебель, сшить чехол на заказ или же выбрать готовый. Каждый из нас хочет, чтобы его дом был самым красивым, теплым и уютным. Это возможно, нужно лишь приложить немного усилий. Всем известно, что цвет помещения способен воздействовать на эмоциональное состояние и комфорт человека. Далее стоит продумать комплект мебели, исходя из личных пожеланий. Согласитесь, спальная комната, как ни одна другая в доме, должна быть комфортной для своего владельца. Спальни в светлых тонах – это всегда беспроигрышный вариант. Такой дизайн позволяет создать легкое воздушное пространство, в котором будет приятно находиться. Спальня в темных тонах без сомнения создаст стильный дизайн. С помощью цвета вы сможете расставить акценты на значимых для вас элементах интерьера. Разбавить строгие оттенки можно кожаными вставками, высокими фигурными изголовьями кровати, рельефной резьбой и красивыми орнаментами. Не стоит забывать и о функциональности вашей спальни. К примеру, современные модели позволят на первый взгляд в совершенно обычной полке для телевизора скрыть настоящий сейф. Это позволит владельцам комнаты спрятать то, что не предназначалось для посторонних глаз. Стильным и не менее функциональным элементом вашего интерьера может стать, к примеру, вот такой мини-бар. Элегантный дизайн удивит ваших гостей, а чем их угощать, решать вам. Детали в интерьере также важны, как цвет и стиль мебели. Они говорят о вкусе, предпочтениях и даже привычках владельца. Не менее важны материалы, из которых сделана мебель. Спальни из МДФ и ламинированного ДСП считаются наиболее удачными. Мебель из этого материала хвалит за прочность и долгие годы службы. Иметь красивую спальню – мечта каждого из нас. На самом деле, осуществить ее не так уж сложно. Главное – точно знать, чего ты хочешь, и довериться своему вкусу. Уфа Мебель предлагает огромный выбор от доступной до элитной любой мебели для жизни и работы. Выберите обстановку для себя в торговом комплексе М3.